Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова вас всех приветствую, я Юлия Меняева на своем канале. И, в общем-то, разговор у нас пойдет не совсем такой простой, да, о рассаде, там, об урожае. Я просто хочу вам вынести свою благодарность. Я честно говоря, я просто не ожидала, что такое количество людей меня поддержит, и что, в общем-то, ну, такая у нас с вами огромная семья, ну, честно, я не подозревала. Я вам честно говоря, честно, откровенно скажу, что я простая-простая женщина, которая, в общем-то, решила делиться своим видео, своим результатом. Ну, прям вот огромное спасибо, я честно, ну, не ожидала, я просто не ожидала, что, в общем-то, ну, даже, ну, извините, что я не ожидала, что я вот именно вот, как говорится, всхлохну вас эти вот эмоции, именно эмоции поддержки. Но у меня в тот момент был действительно порыв и крик души. Мы же с вами огромная, как я говорю, армия, огромная семья огородников. И, ну, прям даже не знаю, прям эмоции тоже меня переполняют. И именно в тот момент, когда мы снимали видео, я дочери, да, у меня был порыв, я говорю, ну все, я больше не могу читать больше эти комментарии, вот, потому что все-таки это больно и обидно, то не так оделась, не так села, не так повернулась, ну, обидно, конечно, вот, но именно... И название этого видео – это «Прощай». Нет, ни в коем случае я не хотела прощаться с вами. Как я могу предать свою семью? Как я могу бросить свою семью, когда вы такие мне стали родные? Есть уже люди, даже, допустим, в Одноклассниках, некоторых даже своих подписчиков уже знаю в лицо. И смотрю, ага, что-то давно не было, куда-то пропали. Ну, думаю, наверное, все-таки огородные дела. И слово «прощай» я подразумевала, в общем-то, наверное, прощать надо. Прощать мне, наверное, надо, я вот научиться все-таки прощать и не обращать внимания. Вот такое слово-то «хейтеры». Вы знаете, я прям в компьютере-то не сильна, это мне дети говорят. Хейтеры, тролли, ну, в общем-то, надо прощать таких людей, наверное, все-таки, и пожалеть. И очень много людей именно, тоже блогеров откликнулись вот в поддержку меня, что надо вот как-то переступить это, переждать. Вот многие тоже срывались, закрывали свои блоги, вот. И, наверное, как-то нужно действительно собраться. И вы знаете, ну, многое чего хочется вам еще рассказать при встрече, даже вот сейчас, да, как подготовить комнатные цветы, допустим, из сада надо и занести домой, в зимнем саду в своем сделать какую-то там уборку или что-то. Ну, всегда есть о чем рассказать, всегда есть о чем рассказать и, в общем-то, с вами поделиться. Но мне всегда хочется делать это, вы знаете, по-простому. Как пришла соседка ко мне, и я ей рассказываю, там, допустим, «Ой, ты делай вот так, а ты делай так». Вот такое мне хочется общение с вами. А, ну, вот такая вот я простая, да. И еще раз вам огромное спасибо, что вы со мной, вы меня поддерживаете, и... Но я не могу вас бросить, честно, не могу бросить. Я вас всех люблю и обнимаю. Большое, ну, большое человеческое спасибо и низкий вам поклон. С вами была Юлия Меняева на своем канале «Высаду ли в огороде». Пока!